Привет, сегодня распаковываем LOL Decoder ББшного качества опять, ББ551, вот такая упаковочка у него. Конечно, он меньше, к примеру, вот размер стандартного LOL-а, это маленький. Смотрим, открываем. Такой шарик. Ищем молнию, первый слой. Я, пожалуй, воспользуюсь ножом. Первый слой. Второй слой. Шар. Так, ну внутри этот декодер как раз, я так понимаю. Вот такие наклеечки. Вот видите? Не знаю, видно, не видно на видео. Так заштриховано, так наводишь и просвечивается этим декодером как раз. Там нарисована ракушка, платьице и глазок опять этот. Ну, если на видео не видно, тогда покупайте и увидите. Так. Инструкция. Вот так много можно куколок собрать. Вот такие красивые розовые пакетики. Еще раз напомню, что это хорошее качество. Качество ББ. Такая сумочка. И вот такая маленькая сестричка. Оп. То есть у нас входит карточка такая, которую можно просвечивать. Глазок, которым можно светить. Сумка. И маленькая сестричка. LOL ББ 551. Заказывайте у нас в интернет-магазине. До свидания.